ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области безоблачно, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем минус 16, минус 18, ночью 19-20, ниже 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани на небе облака и снег, днем минус 18, ночью минус 19 градусов, северный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно и без осадков, температура воздуха днем минус 19, ночью минус 21 градус, ветер северный 1 метр в секунду. В Самаре солнечно и без осадков, днем минус 18 градусов, ночью минус 20, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.